Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить Senran Kagura Shinobi Versus на ПК. Итак, у нас с вами, собственно говоря, вторая школа, за которой мы проходим сюжетную составляющую, мы на этот раз проходим все побыстрее, я думаю, еще пару серий, и мы игрушку закончим, основную сюжетку, потому что диалоги, в принципе, я сейчас скипаю. Я знаю, что там можно было, в принципе, какой-то сюжет уследить, но, в принципе, диалоги довольно-таки посредненькие идут, и в игре это для меня, в принципе, далеко не самое главное сейчас, это, в принципе, мне нравится геймплей, и очень хочется посмотреть еще на какую-то четвертую школу. Она, по-моему, насколько я знаю, здесь есть. Но у нас впереди еще третья. Итак, ну что, давайте продолжим. У нас идет сейчас четвертая глава. Начинается, насколько? Да, четвертая глава. Вот, у нас вроде как осталось за эту школу около 9-10 миссий. И, в принципе, здесь все будет закончено. Мы первую миссию играем за Райоби. Хорошо. Если играть за... По сюжетке, то, соответственно, у нас все персонажи привязаны к определенной миссии. Вот. Поехали. Я там... Вот, Райоби я немножко костюмчик изменил. И другим, в принципе, там некоторым тоже. Ну, так, немножко. Ну, просто, чтобы немножко поразнообразнее было. Ох, против нее сражаться. Да ладно. Эта девчонка очень хорошо сражается на расстоянии. То есть, две такие, знаете... Одна с винтовкой, другая тоже с пулеметами. Воу-воу-воу, тихо, хорош, 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 вы уже здесь это, да? Тихо, хорош. Так, сразу превращаться не будем. Сложность здесь уже повышенная. Спокойная. Так, давайте, давайте, во-первых, надо забить лучниц. От них вот больше всего проблем. Тихо. Отлично. И нам левелап дали. Смотрите, у нас сразу все свитки, вообще замечательно. Но, как я уже сказал, превращаться с самого начала я не хочу. Ты еще живая тут? Да ладно. И, как обычно, одна где-то сидит на дереве. Сверху где-то сидит и ждет. И ждет. Так, отлично. О, ты где одна была? Хорош. Отлично. О, оп-оп-оп-оп-оп. Нате. Вот, чувствую, могут возникнуть проблемы с этой дамочкой, с которой мы будем сражаться. Хотя, в принципе, если просто грамотно ее сразу забить скиллами, мы просто ничего не дадим нормального сделать, вот и все. Потому что если она начнет делать приемы, это самое... Самое сложное. Тактика вот этих вот дам птичьих нарядах в том, что они постоянно кружат по кругу и нападают где-то со спины постоянно. Но в этом же их минус. Отлично. Минус, потому что можно просто встать, попасться так хорошо под их рядок, и мы тут же всех убьем. Так, тут у нас целая куча лучниц. Это плохо. Еще и с теми, кто кружится. Отлично. Тихо-тихо, хорош, 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 дамы. Да ты посмотри, что делают, а? Еще и замораживают, ко всему прочему. Да ты посмотри, что делают. Вот я говорил, что от этих вот больше всего проблем. Так, тихо.
Она крикнула «Мадам Адашу», значит, еще не все. Еще не конец. Но жизни она мне уже сгулилась в порядку много. И это плохо. Отлично. Я чувствую, мне придется сразу превращаться, как только выйдет эта дама. Ну ладно, что ж поделать. Превратимся, как говорится. Тихо. Спокойно. Так, ну вот вроде стало поменьше, стало немножко полегче. Но я чувствую, уже надо бы сейчас превращаться. Потому что здесь не подлечиться никак. Так. Ну что? Появляйся. Мирай. Я превращаюсь. Там еще у нас толпой помощников появилось. Это не круто. Но мы сейчас, в принципе, первой коронкой мы сейчас начнем их валить. Тихо, тихо. Да ты что делаешь? Отвалите от меня. Первая коронка — это массовка вокруг себя. Отлично. Отлично. Тихо. Я вторую делаю сейчас такую же коронку. Ой, меня глушили. Дело плохо. Тихо, спокойно. Так, тратим сразу два свитка. Это не, не умно, потому что сейчас она превратится. Отлично, где она? Куда она улетела? А вот она. Ну да, и она превращается. Я так и знал. Так и знал, что она сейчас превратится. Раскили твою нога. У нее в зонтике очень много оружия. Поэтому надо быть аккуратным. Она может реально убить своей коронкой. Так, у нас свитки пополнились. Жизни у нас еще есть, ладно. О, нам плывел обдали. Смотри, как замечательно. Ну, значит, все. Мы можем делать вот так. Тихо, спокойно, пока ты там что-то болтаешь, мы сделаем вот так. Тихо, куда побежала? Спокойно. Ой, не попалась, а. Эх, блин, привычка со второй части бегать по стенам. И вот она делает коронку. Какую? Ох, мать моя женщина. Прыжок, прыжок. Вот и мне прилетело. Так. Подпрыгнула, ты посмотри, какая. Я понимаю, почему есть смысл использовать массовку. Тихо. Спокойно, спокойно. Не хочу на расстояние уходить, на расстояние она будет сильнее меня бить. У нее дальность будет выше. Ё-моё, влетело мне. Так, во, прям вблизи поймали ее. На! Куда он делся? Тихо. Почти, почти добили. Прыгай, прыгай сюда, давай. Ах ты ж негодяй, ты, я забыл, что ты... Есть. Все, мы победили. Победили. Хорошо, хорошо. Так, ну что, поехали, следующий бой.
Да, да, тебе не повезло. Хотя на самом деле шансы у тебя все на это были. У нее есть самая сильная коронка, то есть это действует в основном на одиночную цель. И вот она не могла бы реально убить этой коронкой, но благо она ее не сделала. 18-й левел ап. Итак, у нас Рэйби изучила Ultimate Secret Ninja Art. Та самая редкая коронка, которую... Самая мощная коронка. Чтобы ее сделать, необходимо, чтобы здоровье опустилось ниже определенного уровня. И сочетание клавиш уже идет, по-моему, немножко другие. Я ни разу не делал эту коронку ни за одного из персонажей. Возможно, надо будет сделать. Только вот сейчас нас принудительно заставят играть за другого персонажа. Блин, и это плохо. Хорошо. Кто же там следующая? Из этой школы, в принципе, почти все персонажи довольно-таки по-своему уникальны. Мы сейчас будем играть за Ангела. Хотя Ангелом вообще назвать ее нельзя. И вот одна, это сестра. Сестра района. Но она, у нее самые лучшие массовки, которые только есть. Я лучше массовок у нее, чем у нее, в принципе, не встречал. Можно вообще только вот этой массовкой валить толпы, и это самая эффективная вещь будет. Так, а вот это плохо. Нормально. Тихо. Так, тихо, хорош, хорош. Все, смотри, стреляют на расстоянии, все. Наша противница, так сказать, она... Она, да, по-моему, заражает ядом. Отлично. Так, кто еще? Есть живые? Есть еще живые. Отлично. Ой, мать моя женщина. Вот это да, вот это у вас тут собралось. Спокойно. Нам дали левел ап. Тихо, тихо. Я буду только так вас расстреливать. Это самый эффективный способ. Тут ключи их не дают сейчас. Если вы не заметили. Тихо. Отлично. Так, ты последняя. Хорошо. О, у нас сейчас уже появится она. Да. Девушка в большом свитере Хикаго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сначала валим вот этих. Посмотри, как она быстро двигается. Она что-то там метается где-то. Тихо. Тихо, спокойно. Целая куча кинжалов там еще раскидывает. Ой, пока на замороз, давайте их немножко побьем. Тихо. Блин, из-за чертовой анимации я пропустил хорошую сиику. И она еще умудрилась превратиться. Так, ну я пока не превращаюсь. Мне пока и так хорошо. Нас опять левел апнули. Ой, а что там лежит такое? Временное усиление, надо взять его. Уйди от меня. Есть там? Атаки левел ап. Отлично. Да ладно, уже победили? Я даже не успел превратиться. Ох, нитить колотить. А я реально не успел даже превратиться. Но она реально сильная. Ну ничего с этим не пойдешь. Просто сама по себе она очень сильная. Даже без превращения. Превращаясь, у нее опять же есть там и коронка. И такая прям... А может у нее все массовки, я не помню, честно. Двадцать первый уровень, и у нее тоже есть уже типа ультимейт. Хорошо. Такое фаталити, личное фаталити.
Блин, хоть заодно попробовать бы сделать. Там интересно, после какого? После 18-го, по-моему, уровня его дают. О, сейчас вот за эту девчонку будем играть, Мирасаки. Как я уже не раз говорил. Она такая очень депрессивная, вообще абсолютно не хочет сражаться, но она очень сильная. Коронка у нее самая сильная, по-моему, которую я только видел. Так, тихо, хорош. Ну, вот удары у нее очень специфичные. Так, хорош. Какой-то такой темной магией владеет и вот этими вот лезвиями. Это как, знаете, как если бы Рапунцель стала злой. Вот она была бы, наверное, какая-то такая. Ну, по крайней мере, сила у нее была какая-то такая. То есть не свет, а тьма. И волосы управляли бы какими-нибудь лезвиями. Ну, или типа того что-нибудь. Тихо, хорош. Так. Ой, там есть ящики. Слушай, надо это будет их потом пособирать. Ящики как могут как лечилки, так и свитки. Во-во-во. Еще появились, да? Так, нескольким прилетело. Меняешь путь, а потом просто начинаешь их вот так, пока они там подстраиваются. Мы нас головы лапали. Ой, заморозили. Хорош, народ, отойдите от меня. Ой, вас к стенке подходишь, и вы вообще, короче, да? Начинаете прям сами идти на серийку. Надо просто запомнить это. Так, это кто? Что не могут? Я не знаю, что не помню, что они могут, но лучше им этого шанса не давать. Я не увидел, кто наша... Точнее, не запомнил, кто сегодня сейчас против нас будет. К чему готовиться. Нормально. Отлично. Ой, слушай, я эту девушку толком-то не видел. Йоми. Она с каким-то двуручником, слушай. Ого. Обалдеть. Так, как обычно, сначала надо избавиться от мелочи. Хорош, народ, отвалите от меня. Отлично. Есть такое дело. Мы по ней еще даже не попали толком ни разу. Хотя вынудить ее превратиться было бы уже как бы... Она ядом заражает или это они заражают? Слушай, вот это не круто. Так, мне похоже придется сейчас превратиться. Я превращаюсь. Костюм Шиноби я никого не меняю, потому что как бы он у каждой героини уникальный. Тихо. Вызываем сгусток энергии. Похоже, там прилетело. Ну да, мы залапались еще. Вообще здорово. Итак, ну что, сделаем самую мощную коронку? Не... Это самая мощная коронка, которая в принципе в игре есть. Сейчас вы поймете почему. Слушай, смотри, она выжила. Она выжила. И даже не захотела превратиться. Но это сугубо ее проблемы. Чувствую, сейчас будет фатальное повреждение всего. Так что сразу зацензурим это дело. Да, повреждение фатальнее всего вообще. Но, к сожалению, не знаю, почему она не превратилась. Это на самом деле ее проблемы. Хорошо. Так, что за ранг? Ранг D нам дали. Ранг D нам дали.
18 уровень, и да, с 18 уровня нам дают теперь вот этот вот ультимейт атаку. Ну, благо у нас будет еще следующая глава, и в следующей главе мы сможем, я так полагаю, уже попробовать использовать каждую суператаку. По крайней мере, я очень постараюсь это делать. Так, девчонка с палкой, я забыл, как ее зовут, она очень сильная, у нее одни только массовки, у нее нет, в принципе, никаких одиночных ударов. Иму, что ли? Да, Иму, точно, угадал в последний момент. Какие-то эти черепашки, я не люблю. Так ты посмотри, что делают. Может это? Не надо вот этого сначала делать. Она током бьет еще. Блин, вот эти вот очень толстые вообще. Так, кликаем. Отвалите. Офигеть, они мне уже полжизни сдули. Они уже мне сдули полжизни. Блин, вот черепахи, вы посмотрите, какие они. Она не пробиваем почти. Тихо, хорош. О! Надо их, короче, током получше бить. Будет лучше так. Нормально. Хорош. Прыжок и... Так, давай-ка по ящикам полазим. Во! И сразу целых три шарика. Рисовых шариков было. Здорово. Так, последний черепаха. Ага, последняя. Я такой наивный, вообще просто прям... Вообще неплохо. И меня тоже только. Блин, офигеть, вот это вы бьете, а? Так, сейчас мы аккуратненько, аккуратненько. Опять черепахи появились, а? Или это все те же, не знаю. Спокойно. Все, пока они под электричеством, это можно отдать более-менее бить. Нормально. Во, левелапнулись, и нам все уровни повысили, и все на свете. Слушай, круто. Всех, кто в защите, короче, надо прям током просто бить. Это самый лучший способ их просто пробить, их броню. Мне вообще повезло. Мне повезло дважды, что здесь было лечение. И что мы левелапнулись. Мы фактически, смотрите, с полными жизнями прям здесь устроились очень неплохо. Вот опять одна где-то вот сидит, да? А, ну и все. И сейчас появится та самая. Девушка с роботом. Харука. Хорош. Эх, нифига себе прилетело. Да отвали ты от меня. Блин, нифига себе, все равно, блин, в ответку я получаю. Вообще не круто. Мне даже в воздухе прилетело. Все, я превращаюсь. Ах ты ж, твою же налево. Чувствую, это будет тяжело, ладно. И даже в воздухе делал, блин, удар, и все равно прилетело. Так, ладно, пока она рядышком. Смертельная лиса, Дед Фокс. Похоже, прилетело ей, да? Да, прилетело. Кто же током бьет? Она еще не превратилась. Да отвалите вы от меня. Что же вы делаете-то, а?
Трачу аж два свитка вот на это вот. Но попал. Реально попал. Ура, энергию дали. Ой, сама прилетела. И она превращается. Ну, конечно, конечно, как же. Блин, я думал, успею завалить ее до того, как она превратится. Но нифига, не успели. Ой, пока ты парализована, слушай. Свитков у меня много, так что я сейчас тебя просто забью. Я не дам тебе шанс ничего сделать. Ага. Не-не-не-не, не прокатит, не убежишь. Да, вот так вот тебе. Я просто сейчас... Ой-ой-ой, вот это опасно. Хорошо, я в прыжке был. И все, я думаю, это последний. Да, все победили. И там, чувствую, даже фатально все будет. Да, все фатально. Как говорится, 100% победили. Было прям немножко напряжно. Блин, посмотреть бы в коронку каждый. Так, какой нам ранг за это дело дадут? Ранг D. Конечно, потому что урон мы также много получали. 18 уровень мы получили, да, и ультимейт секретную нам технику дали. Хорошо. Так, посмотрим, сколько у нас там миссий осталось до конца главы. Потому что со следующей миссии нам дадут заново играть за всех остальных. А нет, сейчас за... господи, Маяби, по-моему, ее зовут. Все, у меня все имена вылетели из головы. Сейчас нам это дело напомнят. Вот мы играем, по-моему, за нее. И все. И у нас глава должна закончиться. И глава закончится. Маяби. Ой, тети медведи. Вот уж кого-кого, а вас я не люблю больше всего. Потому что ваши атаки нифига не остановят. Вас надо бить, пока вы там еще где-то лежите, блин. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Еще поджигаете. Вот сейчас добьем, руби ее. Двадцать пять энергии, левел апнулись там, дали все свитки, не превращаться сейчас. Ой, блин, пугаешь меня, а? Все? Ура. Отвалите. Так, нормально. Тихо, хотя бы надо одну добить. Опять подожди меня. Никто и полетели. Тихо, спокойно. Блин, а? Вот на шар ты нарвался. Во, нормально. Это было глупо. Твою медь, да. О, нам хп, да. А, точно, я забыл, что с этих тети валятся рисовые шарики. Конечно, пойди ты прокорми такую. Нормально. И рисовый шарик еще. Офигеть, а как же вы мне за... Ой,
Спокойно, спокойно. Ой, заморозили. Кто замораживает? Кто? Одна, блин, поджигает, другая замораживает. Ну, вроде бы. Да якишкин ты хвост, а? Давай добиваем. Есть. Тихо. Спокойно. Кстати, я тоже это... накладываю огонь, так что... в принципе, все справедливо. Фу, раскидались. Правда, нас немножко подожгли, ну да ладно. Так, кто? Комура. Ох, блин, а. Девушка с 6 мечами. Сначала надо от мелочи, как обычно, избавиться. Ой, левелапнулись. Хорошо. Так, а потом будем уже с ней разбираться. Как же она рубит, вы посмотрите, а. Отвали, а. Тихо. Да ты посмотри, а. Да отвали ты от меня. Есть, попали. Отлично, второй раз. Да ты посмотри, какая негодяйка. Давай пока рубимся до последнего. Как я сквозь нее прошел? Как? Ладно, она превращается. Ну что, у меня тоже, в принципе, выбор сейчас не останется, он как превратится. Превращаемся. Превращение полностью исцеляет. Я не знаю, правда, снимет ли с нас сейчас поджог, который тоже та накладывает. Так, давай-ка вот так сейчас сделаем. Как раз она передо мной. Так, я делаю вторую коронку, я трачу 2 сразу свитка. Это массовка. От нее, в принципе, почти не укрыться. Все, мы победили. Нам повезло. Хотя, может быть, и нет. Может быть, просто моя бьет очень сильная. Я за Хумуру ни разу не играл, так что не скажу честно, насколько сильная. Даже не знаю, насколько сильны у нее коронки. Хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Это была последняя серия, в смысле, последняя глава. И ладно, теперь у нас наконец-то все пойдет по второму кругу, и мы сможем с вами что? Правильно, мы сможем с вами наконец-то попробовать секретные техники. Сейчас нас снова выпустят на волю. Да. Так, какой левел ап там дадут? 20-й. Сохранится? Да, конечно, сохранится, конечно. Да. Вот 5-я глава сейчас будет на самой... ну, не на самой, ладно, она будет на довольно-таки солидной сложности. И противники там будут еще те. Поехали. Тут, на принципе, делать нечего. Я по магазинам лазить уже не хочу. Я, в принципе, там уже все, что можно, покупал. Мало чего интересного нашел. Итак, первое мы играем за ангела. За районом мы играем. Хорошо, 5 звезд. Сложность все-таки. Я уж не знаю, успеем мы сегодня пройти эту школу или нет. Вот, у нас осталось 5 миссий вроде бы как. И будет финал данной школы. Оно заметно быстрее прохождение пошло, когда мы стали скипать разговоры эти, потому что именно стало вот интересно сражаться. Стало много противников, много разных ситуаций пошло, и прокачиваться быстрее пошли все персонажи. Давай, Района. Так. Слушай, за время. У нас время тикает.
это. Так что тут лучше не церемониться. Тихо. Вот когда на время, тут, скорее всего, рекомендуется сразу превратиться. Куда? Куда? Туда. Давай тогда сейчас это... Где... А, ладно, не будем ничего подбирать. Поехали. Опять черепахи. Тихо, спокойно. Ну, офигеть, массовка, да? Просто вот массовку, вот прям просто давишь на эту массовку и все. Самый лучший способ пройти. Еще и замораживаем. Отлично. Так, все, всех. А, вот еще одна. Девушка-черепашка. Ой, вон там. Ой, вот мне вот чё-чё, а свиток мне точно не... О, блин, туда так просто не пройти, а. Так, ладно. Хотя локации вот по этим мы все уже бегали. Локации на самом деле повторяются уже давно. Тихо. Тихо, тихо, хорош, хорош. Хорош. Вы посмотрите, сколько выстрелов делается. Там 500 повреждений за одну серийку просто. 500. В толпе. Спокойно. Последние две были. Сейчас нас дальше должны пропустить. Да, пропустили дальше. Чуть повыше, неудобно. Хорошо. Тихо, разгон дайте сделать. Да и кишкин ты хвост, отвалите от меня. Да посмотри, что делает. Не дают сделать еще. Все, превращаемся. Ой, сейчас погибну. Есть превращение. Слава богу. Чуть не убили. Они просто не дадут, не дают даже разгоняться. Первый раз такая проблема. Ты посмотри, а. И сразу массовочку сделаем на свиток. Тихо. И сразу так. Вот теперь массовку вот такую сделаем. И просто еще заморозили чертям ко всем, а? И наконец-то раскидались. У нас 7 минут еще. 7 минут. Я все время забываю, что у нас еще время. Кстати, надо не забывать, что нам как бы можно коронку еще сделать. Коронка тратит разом все свитки. Разом все свинки тратит. Но там нужно, чтобы жизни было мало. Попробуем сделать. Страшновато немножко, но можно. И плюс еще вот против этой сражаемся ведь. Тихо. Так, тихо, хорош, хорош, хорош. Она сейчас массовкой ударит. Вот каждый раз, когда он так делает, это значит опасно подходить. Давай уже превращайся. Немножко допущу того, чтобы нас побили. Хотя надо бы ее хотя бы вот до превращения довести. Хорошо. И довели до превращения. Сейчас примерно на равных ситуациях останемся. Эх, нифига, я прям под массовку полетел.
Сразу вторую делает? У нее же самые сильные коронки. Ох, чувствую, зря я затеял вот это вот. Ого, повезло мне. Мне главное не переусердствовать, чтобы меня не убили. Да сколько можно коронками-то бить, а? Я сделаю одну коронку. Не знаю, зачем я сделал. Я чисто уже по привычке. Ладно. Так, мне нужно всякие случаи свитки набрать. Это не то. Блин, зачем я жизни взял? Во, свитки все есть. Ну давай, бей меня. Бей меня. Столько условий, чтобы выполнить эту коронку. Я надеюсь, я правильно думаю, что мне нужно нажать. Давай, еще бей. Просто подождем, пока нас избивают. Давай. Давай, давай. Это и все? Слушай, я так буду до этого. До какого состояния буду так уже? Так уже ни одежды, ничего не осталось. Наконец. У меня регент что-то идет быстрее. Давай. Я тебе буду пинки, что весь вечер буду давать пинки. Отлично. Давай. Давай, 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 давай. Ну как бы. Последняя попытка. А, кстати, время. Всем забыл, что у нас время еще идет. Так, у нас почти половина жизни, это хорошо. Так, вот как бы можно уже пытаться сейчас делать коронку. Пока не делается. Во, все, можно сделать коронку, горит. Загорелось, да? Так, а почему не делается? Я вроде нажимаю все то же самое. Нет. Нет, 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 нет. Там же можно, нужно зажать. Господи. Нет, я делаю не ту коронку. Боже мой. Короче, похоже, я либо не знаю, что еще нажать нужно. Тихо, тихо, хорош, хорош. Так, что еще можно нажать? Сочетание каких клавиш? Я вроде бы уже тут, ну, как бы и блок, и этот, и все на свете зажимал. Нет. Нет. Короче, ладно. Надоел мне этот цирк. Тихо, хорош. Во! Неужели что-то получилось? У нас получилось! Да, неплохо так. Короче, жизни надо, чтобы вообще, видать, мало осталось. Победили. Да, ну и бой был. Еще по времени уложились, я удивлен. Ну, а сказать откровенно, на самом деле, как бы, победить было очень легко. Сейчас мы вот этот весь фарс разыгрывали только ради того, чтобы посмотреть коронку. Ну, как бы, стоило он того. Да, давайте сохранимся. Хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Кто у нас будет следующий, можно только угадывать. В принципе, коронка под названием убивает сразу насмерть. То есть, я так полагаю, она, наверное, у всех бы такая, что если ты ее сделал, то это все. Хотя нет, я припоминаю, что когда я сражался за первую школу, там как бы было немножко по-другому. Райоби. И ему.
Хотел сказать, она за меня что ли будет, потому что во второй части там двое на двое можно бегать как минимум. Хорош. Так, у нас тут просто дуэль, да, идет, так что... Это током бьет, с ней надо быть аккуратным. Давай, превращайся уже. Да. Ну давай. Тихо, тихо, хорош, 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 хорош. Хорош. Цель на ней зафиксировал на всякий случай. Спокойно. Посмотри, как она шустро бегает, а? О! Превращается. Твое превращение мы уже видели. В принципе, я сделаю сейчас то же самое. Так, есть, превратились. Свитки. Свитки, это хорошо. Нормально. Ты посмотри, какая. Ой, парализовала. Отвали от меня. Ой, как повезло мне. Так, ну давай. Коронками я особо бить сейчас ее не буду, я свитку поберегу. Я ее так прекрасно могу побить. Сейчас у меня жизни мало останется. И я сделаю супер коронку. Ты посмотри, как она рубит. Вообще балдеть можно. Паралич накладывает только в путь. Мне повезло. Отвали от меня. Есть. Я сделал самую сильную коронку, только похоже, я ей не попал. Обалдеть. Офигеть. Вот эта коронка. Слушай, а меня вылечила? Я левелапнулся, что ли? Ладно, все. Коронку посмотрели, это было клево. Вот теперь можно и добивать тебя. А то ты больно много себе позволяешь. Хорошо. Ой, паралич, паралич, паралич. Хорошо, что противник хотя бы не левелапается. Красиво она там застыла. Все, завалили. Замечательно. Так, ну вот мы посмотрели, быстренько посмотрели вторую коронку. Это хорошо. Коронка была очень нежная. Я думал, там будет какой-то реально мега выстрел. Но чтобы вот такой вот агрегат вызвать, это на самом деле обалдеть можно. Такие ракеты полетели. Хотя единственное, что как бы ее не убило. Не знаю, может она там уворачивалась, может еще что-то. Но ее не убило. Но смотрелось очень эффектно. Очень эффектно смотрелось. Я уже думал, точно не выживет. Но по-моему она от финальной ракеты там куда-то отпрыгнула. Финальная ракета ее не догнала. Хорошо. Нормально? Нормально, круто. Так, сейчас наверное будет... Нет, ее сестра только что была. С сестрами мы разобрались. Сейчас, наверное, будет вот именно Иму, против которой мы сейчас играли. Интересно, какая будет... Да, коронка у нее. Все правильно. Мы теперь сражаемся с обратной стороны? Нет, мы теперь сражаемся как минимум против двух. Так, а что со мной? Я
Пылаю тьмой. Так, вот это будет нелегко. Тут уже не до, не совсем не до коронки. Тут лишь бы выжить вообще к чертям бы. Офигеть. Так, дамочки. О! Отлично. Мы левелапнулись. Я чувствую, что вот-вот начну превращаться. И вот она превращается. Твою же налево. Хотел ее добить до того, как превратиться. Пожадничал, сам не превратился. Ну ладно. Так, ну что, теперь заставить вторую превратиться надо. Тихо, тихо, давай, давай, давай. Блин, вырвала все. Отвалили от меня. Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно. Блин, а? И все стреляют. Все стреляют. Один я попал в палку. Есть такое дело. Отвалите от меня. Все, я превращаюсь. Хватит. Так, давай-ка вот так, пока вот тут рядышком. Есть пока рядышком, смотри-ка, им прилетело. Теперь превращается она. Хорошо. Давай-ка еще разочек. Сейчас у них жизни поменьше останется, там посмотрим. Тихо. Так, давай-ка вот так сделаем. Пока вы там тоже рядом стоите. И прямо бег под коронку. Вообще здорово. Тихо, спокойно. Она стреляет? Фа! Валим. Блин, не знаю, сколько мне на это потребуется свитков. Надеюсь, мне хватит свитков на то, чтобы сделать последнюю коронку. Тихо, спокойно. Ну ты посмотри, что делают, а. Обалдеть. Я залевелапался. Я только что думал, что у меня все уже сейчас будет жизни мало. Спокойно. Есть. Чувствую, минус одна будет сейчас. Да, так и есть. Так, ну давай. Вот теперь ты одна. Мы тебе жизни немножко прям так оставим. Нормально. Ну все, давай, бей меня. Время есть, все, мы выкрутили, все нормально. Я даже сопротивляться сейчас не буду. Бей меня, я посмотрю коронку. Ну давайте. Коронку что ли сделал там для вида, не знаю. Давай, 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 быстрее, быстрее. Вот когда не надо, вы, блин, жизнь сдуваете, как не знаю кто. Давай, 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 во. Когда будет красным моргать. Так, не, ну это тоже не делаешь, меня в углу так зажал, давай не надо. То еще не успею сделать коронку, будет вообще не круто. Будет даже смешно, если я погибну и не успею сделать коронку, что от меня свои коронки убьет. Пока недоступна коронка.
Ой, ведь нечаянно ее оглушил. На. Во. И сделаем финальную коронку. Посмотрим, что она делает. Ого. Неожиданно. И все, ей прилетело. Прикольно. Неожиданно, конечно, было так, что у нее, оказывается, шест, и внутри там какие-то демоны, что ли, тоже. Блин, бог его знает. Но победа, конечно, стопроцентная. Так, кто у нас остался? У нас осталась Мураками, мы за нее еще не играли, не смотрели ее суперкоронку. Вот мы, скорее всего, сейчас будем играть за нее. Вот, и потом оставится одна Райоби, и все. То есть осталось две миссии, если я правильно понимаю, то две миссии осталось. Мы уже играем 55 минут. Сейчас посмотрим. О, слушай, да это, похоже, уже последняя миссия. За Маяби нам даже не дадут сыграть. Здесь была последняя битва за предыдущую школу. Красивая локация, конечно. Тут, я помню, была такая подстава, что у противника потом, когда я его убил, появились вторые жизни. Это в предыдущей школе так было. Здесь, если мы будем делать коронку, можно на этом нарваться очень сильно. Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Давай-ка ты превратишься сейчас, окей? Наконец-то. Ну, я пока превращаться не хочу. Я и так себя неплохо чувствую. Левел ап. Хотя, в принципе, давайте превратимся, почему бы и нет. Я скинул, потому что мы уже смотрели сегодня ее превращение. Спокойно. Смотри, как рубит, а? Обалдеть. И делает коронку. И я 100% на нее попал. Хотя урон все равно не такой большой, как может быть. Коронок могли бы и побольше снимать. Я специально особо не сопротивляюсь, дабы сделать сейчас коронку. А потом, если что, тут ЦНК ящики есть какие-нибудь. А может быть и нет. Ладно, это будет, конечно, смешно. Ну ладно, мы если что, переиграем. Ну давай. Ну давай. Я хочу посмотреть коронку, а дальше, если еще проиграем, кто-то даст, мы уже выиграем. Тихо. Коронку, коронку, коронку. Блин, и она далеко где-то находилась. Ну ладно, хотя бы посмотрим. И мы все промахнулись. Ну ладно. Промахнулись, значит, бьем так. Сейчас проиграть можем. Она тоже делает супер коронку, офигеть. Жизни нет, я сейчас проиграю. Потому что... Ага. Тихо, еще одну. Так, ну что, будет у нее второй жизни или нет? Победа, конечно, как бы стопроцентная. Да. Ну и творилось на экране, обалдеть. Похоже, наверное, все-таки это все. Да?
приводили в чувство, как говорится, нашу подругу, которая владела какой-то демон, либо еще что-то, я честно не скажу. Но как бы вот мы прошли наконец-то шоу. Даже уложить, смотрите, у меня на счетчике сейчас 59 минут и 25 секунд. Итак, ну что, в принципе, было круто. Мы с вами прошли вторую школу и посмотрели, наконец-то мы посмотрели с вами все супер-коронки, которые, в принципе, были. Да, это было, наверное, отдельное достижение. Посмотреть коронку каждый. Кстати, кроме Муракаби, почему-то за нее миссии последней не было. То есть за нее надо будет отдельно поиграть и посмотреть. Так, у нас осталась, в принципе, третья школа. И если я прав, то у нас потом откроется какая-то четвертая. Четвертая должна быть вроде бы как секретная, после того, как мы пройдем первые три. Хотя еще не факт. Итак, ну что, давайте на сегодня закончим. Это было здорово, мне понравилось, надеюсь, вам тоже. Вот такой вот файтинг, да, вот с таким вот интересным сеттингом. В том плане, что у нас, да, здесь рвется одежда, хотя на самом деле в анимешке это как бы все объяснили, что типа одежда является своего рода именно как раз-то самой духовной силой, истинной силой шиноби. Вот, и соответственно, чем слабее она, тем, соответственно, тем слабее одежда становится у нас. Как-то так. Давайте на сегодня закончим. Это было круто. Мы с вами обязательно пройдем третью школу. То есть там будет тоже 5 глав. Я думаю, за 2 серии мы с вами это дело осилим. А кто его знает, может, упремся и за одну. А там уже посмотрим по обстоятельствам. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо, всем пока.